Всем привет, ребята, с вами снова Энтропия. Если кто-то ест под мои видосы, приятного аппетита, ешьте много, ешьте вкусно и приятного вам просмотра, друзья. Также не забывай оставить комментарии под видео, это как минимум мотивирует меня делать более качественные и интересные видосы. А кто не прощелкал фишку и влепил лайк, отдельное огромное спасибо. Сегодня я вам покажу вот такой вот интересный бой. Просто совершенно случайно лутался себе спокойненько на пустыне, короче. Ну, вы меня поняли. Я постоянно забываю название всей этой фигни. Всех их режимов. Потому что особо никогда не смотрю. Пустыня есть пустыня. Так вот. Зашел, значит, думаю, дай-ка я полутаюсь, побегаю чисто так. Для стрима бабулишка заработаю. Там по кэцику по чуть-чуть, там ресурсики пособираю. И тут я попал на удивительное чудовище, которое бегает без тишины. Это убийство вы наверняка увидите еще в самом начале видео. Сейчас мы сначала бегаем, лутаемся, все как обычно. Ну, ребят, кто этого не делает в повседневной игре? Зато прикольно. Так вот, и еще я сейчас сижу и одновременно с этим занимаюсь редактированием, ну как, монтажом видео, юмористические нарезки. Но я тут потихонечку понимаю, что юмористические нарезки особо так и не получится. А, красиво я возьмем. Так вот, именно юмористические нарезки не получится. Ну, чисто теоретически. Я еще просто не придумал именно какое название это будет. Это что-то вроде приколдесов. Будем менять голос, будем экспериментировать пока что с этим. Я надеюсь, вам, ребят, понравится. Первый видос, скорее всего, выйдет завтра примерно в 12 часов дня, поскольку я буду корпеть над ним полностью весь свой день. И также над названием мы наверное, с вами все-таки посидим и покумекаем вместе на стриме, который будет или в субботу, или в воскресенье. Когда будет стрим, я вот вас в видосе обязательно, именно обязательно предупрежу. О, кстати, а вот сейчас будет вот это вот красивое убийство. О, хорошо, слушайте. Это сволота меня чуть не убило. Вот в чем прикол. Скорее всего, играл с телефона. А теперь смотрите, я хилюсь, думаю. У него там тиммейт есть. Потому что я подумал, что я зашел на X2. Ну, там типа два человека. Такой смотрю, опа, карабинчик. Такой, нифуя себе. И решил его сразу засейвить в сейв. Карабинчик полностью залутанный синего цвета. Он вкусненький. Профукивать его ясен пень, что не хочется. Я думаю, блин, а где же еще его тиммейт? И потом все-таки далеко в будущем я вспоминаю. А я же зашел все-таки на X1 и решил проверить его броньку. Ну, точнее, изначально я не понимал, что там типа бронька у него там может быть, из-за которой он может там типа встать что-то. Или что-то в этом роде. Ну, короче, видели сами, он начал хиляться какой-то фигней, типа, чтобы встать и дать навалять мне пиндюлин. Но факт в том, что вот именно про броню я понял в самый последний момент. Смотрите, у него была тишина. То бишь он был с ботинками на тишину. И он в подземке бегает. Ну зачем? Вот, видите, я проверил вот этот броник и понял, что в этом бронике все-таки есть вот эта функция подъема. И дальше уже, сами понимаете, это NE. Ой, или как там, SE. Сервер, тут очень много ботов. Я очень редко встречаю. Ну, вот это вот будет сейчас бот снова. По крайней мере, мне так показалось. Но повел он себя как бот. Да, видите, он остановился, а потом побежал. И тупо вперед. Ну, я его и срезал. И дальше, ребята, я, насколько помню, будет чисто лутание, лутание. Опять каких-то там ботов убью. А кому не интересно сие действия, перематывайте. Тайм-коды я поставил. Все красиво, аккуратненько. Но вот на начало видео я обычно вот советую людям смотреть, поскольку я тут могу какую-то важную информацию упомянуть или что-то в этом роде.
Всем еще раз, ребят, спасибо за просмотр, спасибо, что вы смотрите мои ролики, что вы их комментируете, что они вам действительно нравятся и вы ставите лайкусики. Это очень продвигает мой канал, также меня мотивирует делать более новые видосы, интересные. Плюс я говорить уже начал с вами более четко, нигде не припинаясь. Ну, почти не припинаясь. Все-таки лингвист из меня пока что еще 7 на 8, 8 на 7. Ну, а в любом случае, всем благодарочка и увидимся в следующем видео или на стриме.